Примула комнатная. Уход за растением в осенне-зимний период. Этот цветок прекрасно себя чувствует на любом подоконнике. При правильном уходе примула будет долго радовать вас своим цветением. Особенно обильно цветет примула весной, но если ей будет комфортно, то может радовать своим цветением в течение всего года. А для комфорта ей необходимы два важных условия. Достаточное освещение и соответствующая температура воздуха. Примула достаточно холодостойкое растение, она любит солнце, но не прямые солнечные лучи. Ей необходим свежий воздух. Помещение должно регулярно проветриваться, но при этом она панически боится сквозняков. Долго будет цвести только в прохладной комнате. Во время цветения не выносит перепады температуры. А если ей сильно жарко, цветки быстро усыхают и они опадают, а листья начинают желтеть. Необходим примуле и влажный воздух. В сухом помещении листья также будут желтеть и подсыхать. Она прекрасно впитывает влагу из окружающего воздуха. И чтобы у нее были сочные листья и красивые цветы, почаще опрыскивайте воздух вокруг цветка. Только не допускайте попадания капель на листья и особенно на нежные цветочки. Примула этого не любит. Поливать примулу нужно тоже по-особенному, только мягкой и чуть-чуть теплой водой, но ни в коем случае не из-под крана. Полив обязательно контролируем. Грунт должен быть слегка влажным и рыхлым. Осенью после цветения полив постепенно снижаем. Подсыпаем в горшок горстку свежего компоста и обрезаем. Но только засохшие цветоносы и пожелтевшие листья, чтобы они не тянули соки из растения. Чтобы обеспечить обильное цветение на следующий год, молодую примулу необходимо каждый год пересаживать. Делаем это осенью после цветения. Лучше методом перевалки, не углубляя розетку в почву. После пересадки снижаем полив и температуру воздуха. Так пересаженная примула зимует до февраля месяца. Примула – это неприхотливый цветок и при правильном уходе порадует вас красотой своего цветения. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.